Такое говно нас ждет в этой игре. Миньоны были призваны. Я сделаю все, чтобы союзники были счастливы, ведь они этого заслуживают. Не, этот скин отстой, ребят, не покупайте его. Я вообще не понимаю, к чему он сделан. Я делаю. И вообще, откровенно говоря, не знаю, где. Ну ясно. Это ранги? Да, это ранги. Ну, Диана прямая контра к моему чемпиону. Ну, вообще, к нему очень много контр-пиков, но Диана это просто жесть такая же уровня, как... Ну, я просто ничего против нее сделать не могу, потому что она дамажит меня вплотную ко мне. Пусть попробуют. А, их уже отключили, но я успел запустить поиск. Кстати, да, получается, я не тот день выбрал, чтобы играть ночью. На кусочки. Бля, он умер. Даже из лоскутков можно сшить красивые вещи. Ну, да, да, этим да. Этим я и занимаюсь. Ну просто, блядь, я не понимаю, нахуя ты это делаешь, идиота, кусок. Ну радуемся, что хоть дабл баф не отдал. Я обещаю. Тимфайт менеджер, я уже решил, когда будет. Мы, скорее всего, будем стримить MSI. Ну, неофициально, как мы это делаем. И после MSI будет всегда тимфайт менеджер. А, понимаю, блядь. Сейчас или никогда? А можно, блядь, ты будешь воевать, а не... Блядь, это что, блядь? Это как вообще, ребят? Я дальше пушить не могу. Пойду проверю, мне интересно, он примейт с кем-то или что это такое? А, он примейт с Дариусом, понятно. Дариус, ты интересно, не хочешь задать вопрос своему бойфренду? Почему твой бойфренд такой плохой? Смотрите, оказывается, можно гангать мидлейн, и все будет зашибись. Теперь я испытаю все, что было недоступно прежде. На кусочки. На свой лад. Чик-чик. Лечи. Спешу. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, в Шурине есть бойцы посильнее. Враги настроены решительно, но победа будет за мной. Дариус, ты куда? Никак не привыкну, что я сама могу шевелить руками и ногами. Чип-чип. Катается, 7 раз отрежь. Ну и ладно. Бля, что он там делает и как он опять это делает? Что это там? Горы? Я что это там? Побывать в горах. Что это там, говорит Гвен? Это не горы. Это целое бревно. Ну, даже Сена ему подсказывает. Нажми ульту. Чё ты, блядь, убегаешь просто так? Это лучше, чем сон.
все на самом деле, и я запомню это навеки. Благословенный туман! Ой-ой-ой. Затаймить! Фу! Больше никому не навредишь. Фух. Так, ребят. Больше ты никому она не навредит. Может. Я должна показать, на что способна. Когда кончится? Что вы когда нам делаете? Когда ты накроила мне платье. Теперь они режут совсем иную ткань. На кусочки! Бля, я не видел его. Я кинул ульту. Интересно, еще пару вздохов. Узри же, деву. Давай, Джарван. Ну давай, туда иди. Ну ворвись. Давай. Все, good job. Все. Good job. Я не сдамся. Выполненная не задача. Не все, пофиг, что он умрет. Задача выполнена. А он даже не умер, здесь приколите. Здесь каждый сражается как может. Я должна показать, на что... А, вот это, конечно, хреново. Наша команда опять нашла себе смерть. Меня. С ним я чувствую себя в безопасности. Спешу! Никто не говорил, что жить будет просто. Но вот и всё. Вас убили. Самая жонь. Бля, он ворвался, что? What? Просто. Жаль, она меня сейчас не видит. Она бы гордилась. Просто, блядь, что это такое? В такой прекрасный день никак нельзя проигрывать. С таким справлялась. Скорей, скорей! Что у нас по разменам? По разменам я один остался. Ты серьезно? Ой, да ты, блядь, издеваешься, не, я все равно его убил. Вот тебе, будешь знать. Присоединиться. Такие раны не золотые. Ой. Там можно перепрыгнуть эту стену, но... Все, что было недоступно прежде. Смотрю, как кружится подол, и сразу хочется улыбнуться. Быстрей! Пу-пу-ру-пу-пум. Нет! Что вы делаете? Ну или ладно, прокнула. Улыбайся. Спешу. Блять. Почему? Почему вы делаете олл-ин без меня? Быстрей!
Окей, ладно, это my bad. Я не сдамся! Ни сегодня, ни впредь! Вместе! Необыкновенно! Сражается как может. Я должна показать, на что способна. Хватит! На короля! Время сумеет. Ради нее! Лич! Чуть-чуть. Я делаю стежки на память. И эти воспоминания мои. На кусочки. На лоскуты. Сыграем в пятки. Некогда расслабляться. Люди, походу, не знают, как играть против Йорика, если они такие ошибки совершают. В безопасности. Че, у нас там крепчики подойдут? Пусть попробуют. Благословенный туман! Быстрей! Понимаю. Будем отступать, ладно. О, блин, ну они опять это делают! Чатик. На этом, я думаю, можно стрим заканчивать. Все. Гвен топ-1 мира, это мы. Бля, я не знаю, как я Джина убил там. Там его кто-то, видимо, надамажил. Я дал ульту и слышу, как Джин умирает. Просто, блядь, почему? Почему люди так хотят отдаваться без этих, без главного керри? Просто no comments. Давайте финальную. Пентакилл посмотрим. Пентакилл давайте посмотрим. Просто вот здесь, вот в этом сражении, которое было до этого... нет, еще до этого получается, да? Да, это вот здесь. Посмотрите, где я нахожусь. Я с бэка, причем прокликал команде, что я на бэке. И возвращаюсь сюда. И смотрите, что происходит. Я еще не дошел, и он делает флеш-инициацию. То есть он, по сути, сделал флеш-инициацию, даже когда Джарван не был в позиции. То есть, ну, это очень плохая флеш-инициация. Будь я вот в этой точке, это было бы неплохо. Но вот где я нахожусь. Я не успеваю прийти банально, просто физически. Ну и здесь похожая ситуация. Мне нужно было 100 золота, я их накопил. Кликаю нашей команде, что я бэкаюсь за Личбейном. Начинается битва. Ну, по крайней мере, они услышали мои пинги, чтобы они отходили. И он закайтил. В прошлый раз они не закайтили, они продолжили воевать. В итоге Диана тратит просто так свой прокаст. Хека, по сути, тоже просто так тратит прокаст. И смотрим, что у нас. Откуда это? Сейчас будет, блядь, баг. Я, короче, нажал идти вот сюда. Вот сюда нажал идти. Мой чемпион начнет бегать туда-обратно. А, вот как они Джина на дома. Не, подождите, не Джин. Джин вот, фулл хп стоит. Видите, мой чемпион не может пройти. Мне приходится ждать эту штуку. А, получается, что это вообще-то я и убил его. Да, это я его и убил. Он отфлешился, я сейчас выдам ульту, и он умрет. Тыщ, 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 тыщ. Потом я сделал укус. Рывочек. Тыщ. Шикарная стяжечка, здесь Дариус красавчик. Сразу же ульта и считайте минус 2. И дальше я смотрю Хека сверху, думаю, либо вернуться, либо добить. Думаю, ладно, добью и Хеку буду добивать. Надеюсь, что Диана всех не убьет. Ну, крайняк, я сам всех убью дальше. И
Бэм. Ну и Диана мне подарок сделала, нажав Жоню. Изи. Ой, даже здесь победа надпись появилась. Вот поэтому тебе нужно нормально Илу, чтобы ты мог надеяться на команду. Да, здесь это ни при чем, я думаю. Илу здесь ни при чем.